Итак, внимание, Дмитрий определил, что напрямую полуфинал из группы проходит МРТ Engineering. Со второго места Газпромбанк выходит в четвертьфинал и сейчас заключительный матч в группе В, после которого мы знаем, как будет атакование и Газпромбанк вторую точку в группе В. Yeah.
Равенство очков показать. Да. Это общее правило. Сначала первые вот эти.
Да.
Второй матч. Удары вперед уже выходит ВТБ страхование. 2-1.
идет. Сейчас меня ударили по ноге, время для данного матча окончено со счетом 2-1. ВТБ «Страхование» одет уже эту победу, выходит со второго места. И сейчас